Сохранить и приумножить. Именно такую задачу поставил перед коммунальщиками глава Анапы Юрий Поляков. На месте каждого спиленного дерева вместо пенька должно появиться новое. Высадка зеленых насаждений проводится точечно. На сегодняшний день успешно реализовываются задачи по восстановлению лесопаркового зеленого пояса нашего города. Поставленные главой перед управлением ЖКХ, поручения выполняются согласно графику. На данный момент в сквере Гудовича высажено 50 астралистых кленов и столько же саженцев крымской сосны. Привезли их из майкопского питомника. Возраст порядка 3 лет. Также планируется высадить декоративный можжевельник в районе Театральной площади и аллеи роз. Сейчас для высадки зелени самое благоприятное время. Уже нет жары такой. Уже климат мягкий. Еще и не холодно, и не жарко. Земля позволяет и влагу держать, и все. И то есть вероятность того, что оно приживется, ну, практически 100%. Всего по городу планируется высадить почти 500 хвойных и лиственных деревьев. Но это только начало работы. Следом за деревьями коммунальщики планируют посадку цветов. 3000 кустов роз займут свое место в сквере Гудовича и Ореховой роще, а клумбы в районе городской администрации украсят без малого 40 000 морозостойких виол. Руслан Душевский, Анапа регион.